Всем привет, с вами канал Клодин Вульф Лав 25. Вот видите, сразу Дракулавру Голдс Рул. Это как раз уточка. И базовая оперетта. Кстати, я делаю такой хвостик на бок немножко. И тут свисает немножечко так что-то. Такая оперетта, красивая. Тут ком заряжается. Сейчас я расскажу о моих любимых каналах в Ютубе. Я пользуюсь оперой, если что. Ну, так... Так что, ну, большинство пользуются вообще Mozilla и всем таким. Секундочку. Это я всего лишь проверяла сообщение. Кстати, да. Я зайду на YouTube, наверное. Кто видео прислал. Все такое. Так. Мишель. Не знаю. Так, давайте мы начнем. Первый мой любимый канал это Frankenstein Move XX Мишель Петрович. Офигенный канал. Мишель, если ты смотришь это видео, то хочу тебе сказать спасибо, что ты их присылаешь. Вообще, ну, выкладываешь в YouTube. Вообще, очень классный канал. Всем советую подписаться. Мишель, 4879 подписчиков. И хочется, чтобы уже было 5000. А, еще далеко. 5000. Да, 5000, да, прямо. Вот. Такой канал замечательный просто. Люблю Мишель. И необразительные звуки. Это моя старшая сестра орёт. 16-летняя, правда. Ладно. Дальше мой любимый канал. Это, конечно же, на который я вообще впервые всех подписалась. И видео смотрела каждое, не пропускала ничего. Это The RTG Lover 2000. Тоже подписывайтесь на Алину канал. К сожалению, у нее меньше подписчиков, чем у Мишель. У нее 1938 подписчиков. Но я думаю, что скоро Алинка наберет себе 2000. И будет хорошо. Люблю этот канал, люблю смотреть сериалы, клипы твои и про Манспяшек. Очень нравятся твои видео. Как ты знаешь, или смотрела, сделала для тебя видео. Ну, да, вот... Такой замечательный канал. Дальше. Секунду. Мой любимый канал это... Будете смотреть, как я ввожу буквы. Ладно. Ава клёвая. В общем, монстр влог Лизинки Лунёвой. Йорки Пизитаев, да. Люблю канал Лизы. Очень классное видео. Нравятся мне обзоры. И Speedrunning Skeletor Calaveras. Очень клевое. И мой самый любимый обзор. Это на Monster High SDCC San Diego Comic Con Golden Yelps Exclusive. Вообще офигенное видео. Ну, that fast, вы уже поняли. Ну и в принципе, да. Канал. У Лизоньки 3159 подписчиков. У Лизоньки самое такое посерединное количество. Ну, да. Дальше. Как ты могла? Подумала, что я могла тебе выискать. Ладно, я уже спалилась. Все равно. Я думаю, что ты смотришь это видео, поэтому... Ты знаешь, о чем я тут якобы толкую. Да, это Frankenstein Live. У Кати 8 подписчиков пока что. Я думаю, что тут будет их больше. Гораздо больше. Замечательный канал. Кстати, мне нравится твое самое первое видео. Оно больше всего нравится. Florida Whistle. Frankenstein Live. И все твои обзоры, и 3 распаковки, и 2 обзора, они просто офигенные. Люблю твой канал, и поэтому он в списке моих самых любимых. Да. Дальше, конечно же, я не подготовилась, вы уже это все знаете, поэтому я такая... Как бы... Да, папа там, боже. Не знаю, что он делает, конечно. Ну ладно, проехали. Так. Как у меня еще любимый канал?
Это барабанный дроп. У меня батарейка разлилась на 10%. Кеша Веба. Ну, то есть я обожаю Кешу. Поэтому у меня тут есть... Послушайте. Оно вам не помешает. В принципе, я люблю Кешу, и поэтому подписалась на этот канал, как вы можете видеть. Ну и, в принципе, офигенный канал. Всем советую подписаться, кто любит Кешу. Я, наверное, поставлю уже на паузу. Ну и, короче, вот такой вообще канал супер. Ну и сейчас... Также мой любимый канал. Секунду, я посмотрю, какие у меня подписки. Потому что не помню. Блин, посмотреть все. Секунду. Надо мне как-то скучно. Так просто говорить, я же хотя не помню. Блин, где? Ну, конечно же, это канал Кати Клэп. Кейт Клэп, да. Офигенное видео. Да, люблю Катю. У нее 150 360 подписчиков. Самое большое количество. Потому что Катя клевая, Катя рулит. Да. Ну ладно. Ну, не осуждайте меня, но я люблю смотреть эти видео. Ну, на следующем канале. Блин, да. Я спалилась точно. Сейчас ко мне сестра прибежит и начнет орать, что ты Катю смотришь, Клэп, и все такое. Ну ладно, не осуждайте меня за то, что я люблю этот канал, но все равно, мне это нравится. Так, это барабанная дробь, канал. Все хорошо, да. Я люблю видео, не смотри на взрыв, клевые. Привет, я Стас Давыдов, только что вернулся. Привет. Не хочу, чтобы я спалилась. Ладно. Gangnam Style. О, привет. Лицо грязь. Недавно наоборот. Пальма добра. Кашка на колесиках. Теплые лампы. Ну, короче, это я все смотрела уже. Много видео. Клевый канал. Вряд ли Стас меня сейчас смотрит. Или кто там сидит, конечно. Ну, ладно. И самый последний мой самый-самый-самый любимый канал. Ну, конечно же, это барабанная дробь. Closing Wallflower 25, мой канал. У меня такое... Конечно, сначала идет Катя Лушниченко, а не Клэп. Потом я, потому что у меня 17 подписчиков. Да. И 12761 просмотр видео. 17. Это некоторые вообще непонятные. Ну, не могу сказать, что он последний. Да, я забыла. Я часто забываю. Конечно же, я хочу рассказать о канале Дашка 12. Это не Задашка 12, это просто Задашка 12. Люблю канал. Клевые видео. У нее только одна кукла. Франкенштейн. Скал Шортс. Вот и фотосессия есть. Ну, и всякие месть. Там месть очень клевое видео. Ну что ж. Это все, что я, наверное, вам хотела сказать. С вами был канал Клодин Вульфлайв 25. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, оставляйте приятные комментарии внизу. Ходите по другим каналам. У меня батарейка на айфоне садится, так что я буду кончать, наверное. А также добавляйте ко мне друзья ВКонтакте. Да. Я скину ссылочку внизу под описанием. Если смогу. Если мне будет не лень. Наверное, мне будет не лень. Ну ладно. Пока-пока. Роберт Дауни-младший рулит.